Привет! Чтобы быть красивой и ухоженной, совершенно не обязательно иметь в кошельке много денег. Есть огромное количество классных трюков и лайфхаков, которые помогут вам быть на высоте. И именно о них я расскажу в этом ролике. Короче, погнали! Самое ужасное в нанесении помады – это когда ты наносишь ее на сухие губы. И, естественно, она всю шелуху подчеркивает еще больше. Поэтому нужно срочно ее убирать. Для этого берем сахар и высыпаем небольшое количество. Далее нам нужен абсолютно любой бальзам для губ. Его кончик мы обмакиваем в сахар и проводим по губам. Ну а потом пальчиком массируем кожу губ, чтобы вся сухость у нас ушла. Ну и за счет бальзама они заодно и увлажнятся. Потом убираем салфеточкой сахар и радуемся гладким губкам. Помада теперь будет скользить как по маслу. Вот. А еще продемонстрирую классный трюк с обычным платком, ну или банданой. Берем ободок. Самый простой. Накидываем платок и завязываем его посередине на узелок. Края ободка вот так обворачиваем и завязываем прямо на голове. И у нас получился очень стильный аксессуар для волос, который безумно красиво смотрится на волосах. В таком виде ободок смотрится намного круче. И теперь необходимости специально покупать такой ободок больше нет. Можно хоть каждый день менять эти платки. Расскажу вам один маленький секрет, как при помощи спонжа сделать суперстойкое покрытие с любым тональным кремом, которого хватит на весь день. Обычно перед макияжем мы опускаем спонж в воду и хорошенько его отжимаем. За счет воды он разбухает и становится очень большим. Но недавно у одного популярного визажиста я увидела интересный трюк. Нужно на спонж сделать несколько пшиков спреем для фиксации мейка, который мы привыкли наносить в конце макияжа. Благодаря тому, что спонж будет пропитан спреем, он начинает как бы впечатывать в кожу тональник. И за счет этого покрытие держится очень хорошо, никуда не плывет. На моем лице эта идея хорошо работает. Этим же спонжем можно нанести и хайлайтер. Он тоже как бы приклеивается к коже, поэтому в течение дня даже ничего не нужно подправлять. Сияние прям как из космоса. Кстати, заодно напомню вам полезный лайфхак, если вдруг под рукой не оказалось спонжика. И этот лайфхак я для себя придумала, когда, собираясь в поездку, как раз таки забыла закинуть спонж в косметичку. Его может заменить обычная тканевая салфетка, либо тканевое полотенце, или даже влажная салфетка. Мы ее складываем вот так. Поскольку необходимо натуральное покрытие без эффекта маски, салфетку необходимо смочить в воде и хорошенько отжимаем от лишней влаги. В принципе, она уже готова к работе. И теперь можно брать тональную основу. Сначала небольшое количество выдавливаем на руку, промакиваем салфеточкой и наносим аккуратненько на лицо. Такими же промакивающими движениями, как обычно это делаем со спонжем. Получается супер естественное покрытие, словно вторая кожа. Так уж сложилось, что сейчас огромную часть нашей жизни мы проводим в телефоне. И только попробуйте мне сказать, что он никогда у вас не вываливался из рук. Прямо на лицо. Так что сейчас я сделаю кое-что, чтобы больше такого не повторялось. Возьмем три вот такие ленточки, нам их надо объединить. Для этого просто их связываем узелком. Дальше из лент плетем обычную косичку под длину чехольчика. Тоже в конце завязываем узелок, чтобы ничего не распустилось. И к чехлу наискосок приклеиваем эти ленты прямо в серединке. Вставляем телефон обратно, ну и все, с такой ручкой вряд ли телефон снова вас стукнет по лицу. Хотя, смотря в какой ситуации. Когда у нас под глазами кожа сухая, то консилер просто обожает забиваться в складки. Это прям его фетиш. В общем, я думаю, вас тоже это не устраивает. Можно, конечно, очки обратно надеть, но в любом случае надо искать выход. И он есть, между прочим. Вначале наносим наш консилер, как обычно, хорошо растушевываем. После этого берем крем для глаз, выдавливаем маленькую-маленькую капельку, растираем между пальцев и наносим поверх консилера тонким слоем. Это предотвратит сухость
И консилер не будет так активно забиваться в складки. Главное наносить немного, чтобы крем просто смягчил консилер, а не растворил его. Ну и, конечно, я просто обязана вам напомнить про лайфхак с консилером. С оттенком консилера очень легко можно прогадать. Так как мы постоянно тестируем все на руке, в итоге он может просто не подойти к тону лица и быть, например, намного светлее, не на 2-3 тона, как должно быть. В итоге вокруг глаз мы получаем что-то похожее на очки. Часто такой эффект бывает, когда лицо сгорает на солнце. Думаю, вы меня понимаете. Чтобы такого не происходило и консилер хорошо гармонировал с оттенком тонального крема, нужно всего-то их смешать. На какую-то палитру нанесите немного консилера и совсем крупиночку тонального крема. Если оттенок все равно светловат, можно еще добавить. Но обычно такой капелюшечки вполне хватает. Перемешиваем кисточкой. Все это мы наносим под глаза. Хорошенько растушевываем. И у нас больше нет такого резкого перехода из темного в светлый. И тональник, и консилер прекрасно друг с другом сливаются. Мы все сталкиваемся с этой проблемой, когда красим карандашом слизистую. Вначале цвет яркий, а уже минут через 30 вот такая картина. Думаю, знакома. Часть карандаша растворилась, а часть отпечаталась на верхней части. Но сейчас я покажу, как продлить стойкость карандаша. Вначале мы набираем черные тени и проходимся прямо по слизистой тоненькой кисточкой. Затем берем уже карандаш и покрываем сверху. После этого снова закрепляем темными тенями. С таким трюком можно больше не переживать, макияж держится замечательно. И через 30 минут карандаш все еще будет на месте. Ну и, конечно же, поделюсь классным секретом использования прозрачного геля для бровей. Не по прямому назначению, как обычно. Итак, нужно на щеточку набрать гель. Пальчиками мы его вот так собираем и наносим на веки. В общем, этот гель — это альтернатива клея для блесток и пигментов. Прикладываем пальчик к веку, и блестки просто на нем шикарно держатся. Под глаза ничего не осыпается, так что отличная находка. Так что если у вас нет этого специального клея, то смело берите обычный гель для бровей. Раз уж мы заговорили про гель для бровей, я просто обязана вам напомнить еще и этот трюк. Сейчас я вам открою секретную способность геля для укладки бровей. Именно у меня это обычный прозрачный гель. Короче, эта штука еще и может убрать торчащие волоски на голове. Вот эти вот коротенькие, которые только еще начинают отрастать и которые постоянно топорщатся. Да, сейчас есть разные плюшки, которые созданы специально, чтобы убрать эти антенки. Хоба. Хоба. Но если под рукой такой нет, то гель для бровей просто идеальное решение. Точно так же работает и отлично фиксирует волосы, как бы их приглаживая. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Напишите, какой лайфхак показался вам самым интересным и полезным. Подписывайтесь на мой TikTok и Instagram. И, конечно, не забывайте смотреть предыдущие видео. Там тоже много всего интересного и полезного. С вами была Таня Стрелова. Всех люблю и всем пока.